Всем привет! Сегодня у нас будет обзор очередного таланта. Это бог войны. Многие знают, что это за талант. Он уже у многих вкачан на максимум, но многие не знают, для каких героев его применять. Талант сам по себе очень хорош, дает прирост к атаке вашего героя, но в последнее время он больше даже мешает, чем от него пользы, потому что многие начали вкачивать огненную защиту, ракушку, и получается, чем больше у вас атаки, тем быстрее ваш герой себя убивает. По сравнению с другими талантами, он, да, он хорош, но есть тот же самый Бастион, который дает еще плюс 60% к жизни, он будет больше универсальным, чем БВшка. Ну, он дает там на 30% меньше атаки. Ну, честно говоря, это не сильно заметно. Герой с бастионом будет получше смотреться, чем с БВ. Но если вы хотите с героя выжать максимум, то тогда придется ставить все-таки бог войны. Но учитывайте то, что герой будет очень быстро умирать, если попадет там на хранителя, либо на героя с отражалкой. Так, ну давайте я вам расскажу, покажу табличку. Параметры: на 5-8 он дает на 30% больше атаки. Это уже на 5-8 заметно, как идет прирост урона. Ну, реально он себя показывает на 8-8. Кто вкачал, тот уже, думаю, знает, насколько герой лучше. Давайте перейдем. Я вам на осколках покажу, кому можно ставить. Ну, естественно, можно ставить Некросу, так как он массово бьет. Ему, этому герою, подходят все таланты. Можно ставить на Тессу. У нее ограничение урона и увеличение процентуальной атаки, как у черепа. Этому герою тоже подойдет. Анубис БВ идеальный будет для прохождения подземок. Универсальный будет с бастионом, но с богом войны у вас там вообще никаких проблем не будет. Сердцеедка. Ей тоже этот талант подходит, так как у нее повышенный крит удар. Там фактически каждый удар — это крит. Ей зайдет. Хранителю нет. Малышу Нику многие ставят бог войны. Я бы, честно говоря, не советовал. Я бы лучше поставил бастион. Потому что жизни у героя очень мало. Призрачному всаднику не надо. У ведьмы бастион встроенный. Ой, я говорю бастион, бог войны встроенный. Поэтому ей ни в коем случае не надо ставить. Вальтору однозначно да. Медуза, если у вас есть ремочная, можно бы вашную качать. Либо у вас есть пятая ремка рунами лишняя, чего у многих нету. Но тоже можно делать. У меня есть такая медуза. В принципе, довольно-таки неплохо. Дракос тоже можно, у него встроенный смертельный удар, плюс бог войны будет реально все разносить. Одержимый можно ставить, но он будет у вас ограничен, потому что у него жизни в принципе не так уж и много. Лучше все-таки тоже поставить бастион, либо другие таланты. Я показывал и покажу, какие можно будет ему поставить. Но с богом войны он очень хорош в прохождении кошмарок, особенно для тех, кто играет без доната. Леди Лео, у нее встроенный бастион, можно ставить бога войны. Укротитель, можно ставить бога войны на архидемона. Валентина однозначно нет. Арктика, ну, в принципе, Арктику, на Арктику надо просто ремка. Кенди аналогично, как и Арктика. Гаргул. Многие ставят Гаргулу, да, можно поставить, но если у вас опять же есть бастион, он будет более универсальным и более живучим именно с бастионом. Но бог войны тоже подходит. Капитан Дрейк аналогично, как и Гаргул. Если вы хотите выжать максимум урона, можно ставить бога войны. Череп. Введением аугментации, если выбить огненный доспех с богом войны прокачанным под его скиллом, он будет выдавать в районе 200-300 тысяч критом доспехом. Есть смысл ставить, но это чисто так по фану. Лучше поставить корку. Королева гарпий тоже можно поставить. Урон будет неплохой.
Триант, нет, Варлок. Да, Варлоку можно ставить и ставят. Это будет тоже один из топовых героев на битве гильдии, если вы, конечно же, не попадете на отражалку, потому что на, если попадает на отражалку, он сам себя убьет, у него жизни очень мало. Феи тоже можно, у кого герои не сильно прокачаны, для битвы гильдии можно поставить. Ну, можно также поставить Берс. Дед Мороз однозначно, да. Для подземок то, что надо будет. Бульдозер, можно такой талант на него не тратить. На рыцаря тьмы аналогично тоже можно не заморачиваться. Влад Дракула. Ему ставят БВшку, но опять же с бастионом будет более универсальный. Ну, если у вас выпал Бог войны, можно ставить РС. Ну, основной у вас должен быть с ремкой, а второму можно ставить Бог войны. Там тоже будет неплохой урон. Драконом ставят, но это уже чисто те, кто зажрался, у кого есть возможность поставят, те ставят. Купидону можно для архидемона, но опять же, лучше для тех, кто не донат, лучше ставить все-таки замедление. Сноузила в принципе нет, тыква нет, ворожай. Ворожаю категорически бог войны не советую. У него очень мало урона, и если вы хотите стоять против других ворожаев, то лучше все-таки поставить бастион. Будет более универсальный. Рино можно ставить, будет сносить все нахрен, все и вся. Но есть тоже вариант с бастионом, есть вариант с каменной кожей. То есть, если вы ставите бог войны, будьте готовы к тому, что вас будут сносить такие же герои, аналогичные, с бастионом, там, либо с каменной кожей. Они будут более выносливы. Но если у вас нормальный пак ударный и будет вкачан на атаку, на крит, то, в принципе, вы будете убивать, если первыми, конечно, у вас герои включатся, то будете сносить все. Стрелку однозначно нет. Ронин. У меня есть Ронин с Богом войны. 8-8. Честно говоря, очень доволен. Но для тех, кто не донат, и у кого выпал талант, все-таки лучше поставить бастион. Он будет более живучим. Потому что под Бога войны надо Ронина очень хорошо прокачать разными созвездиями. Там очень много разных нюансов, лучше все-таки ставить бастион, будет более живучий. Но с богом войны он реально все разносит. В принципе, сейчас вам покажу, чтобы вы видели, что такое бог войны на Ронине. Минотавр однозначно да, для подземок. Многие ставят бастион, но все-таки бог войны плюс 30% на Минотавре очень заметно. Ну и шапка тоже можно ставить. Не можно, а нужно для прохождения седьмой кошмарок. Шапка с богом войны реально все тащит. Ну, дальше пошли магазины и герои. В принципе, друиду можно поставить. Смерти можно поставить. Особенно не донат. Кто не донат, если у вас выпадет бог войны на смерти прокачанный, очень хорошо смотрится. На химеру, на архидемона можно поставить. Ну, так, в принципе, все. Давайте покажу, чтобы вы знали и верили, что я как бы не балабол, и у меня такие герои есть, вам покажу свои герои. Вот шапка. С ней я зафармил все подземки седьмые на 3 звезды. Друид. Даже рыцарь тьмы есть. Смерть. С богом войны. Фея. Химера. Варлок. Гарпия. Ну, я ее, в принципе, не использую. Укротитель. Одержимый. Малышник был с богом войны, потом поставил бастион. Я пока экспериментирую на этом герое, но можно тоже поставить, если вы с Минотавром ходите. Сердцеедка. Анубис прокачанный. Вот Ронин.
Сейчас увидите, какой у него урон будет. Рину я все-таки с бастионом решил качать. Некрос. Вот ворожай тоже с бастионом стоит, потому что бога войны мало будет. Купидон. Минотавр. Дрейк. Арес. Вольт. Ну, в принципе, все. Вот давайте, у меня на защите стоит Ронин с богом войны. Он сразу с ремочкой стоит. Вот смотрите на его урон. Он сейчас может, конечно, сам себя убить. Ну, видите, урон наносит офигенный. Но единственный минус, он не живучий. Если был бы он с бастионом и с уклонением, как у меня собран, он бы жил подольше. Давайте попробуем тут запустить его. Ну, в районе 200 тысяч вылазит урон. Ну, вот сами видите, да, если он... Ну, конечно, один в поле не воин, но урон зашкаливает. Сейчас попробуем просто вместе с ворожаем выпустить. Он даст ему отхил и даст еще атаки 30%. Ну, давайте где-то здесь. Ну, то есть вот два героя полностью. Он сейчас под бафом. И тут уже ничего не видно будет. Давайте еще раз попробуем. То есть у кого выпал бог войны, сделайте себе приоритет. Либо вы качаете героев на прохождение битвы гильдий, либо вы делаете героев сначала на прохождение локаций. Кошмарок, там, не знаю, обычных подземелий. Я бы все-таки советовал изначально ставить героем для прохождения подземок, потом уже битва гильдии, так как вы, если вы зафармите быстро подземки, вы быстрее сможете развивать свой аккаунт. Так, он дал баф. Да, баф дал. Сейчас он... Давай, 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 давай. Ну вот начался урон. Видите, он убился просто об щит хранителя. Тут ворожай стоит с каменной кожей, не с бастионом. Такого ворожая очень сложно убить, кстати, с уклонением. Он просто, если бы стоял с богом войны, у него жизни очень мало, его очень быстро убьют. Вот, в принципе, вот такой вот обзорчик героев я вам показал, на кого надо ставить. Я это все уже проверил. То есть я не просто там рассказываю, где-то взял у кого-то аккаунт для теста и показываю вам первый раз. То есть у меня все герои прокачаны уже и давно проверены. Так что делайте выводы, качайте себе таланты, можете качать таких героев, как у меня. И в принципе вы в этом не прогадаете. Все, всем спасибо, всем пока. А, да, и подписывайтесь на канал, а то что-то просмотров все больше и больше, а подписок не прибавляется.